Чиновник пытался нажиться на питание для детей. В Саратове задержан председатель комитета социальной защиты населения Дмитрий Бунин. Его подозревают в получении свыше 1 миллиона рублей от поставщиков детского питания. Это кадры спецоперации. Сотрудники ФСБ вошли в рабочий кабинет в момент передачи части денег. По версии следствия, за незаконное вознаграждение Бунин обещал действовать в интересах фирмы и оказывать ей всяческое содействие в организации поставок питания. Подозреваемый уже дал показания. В ближайшее время председателю комитета социальной защиты изберут меру пресечения. 10-10.